повести временных лет, составленной преподобным Нестором в XII веке, указан водный путь из варяг в греки, соединявший древних славян с остальным миром. От верховий Днепра лодки перетаскивали по суше волоком до Лавати, впадавшей в озеро Ильмень. Из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяжское. От Балтийского моря, которое славяне называли Варяжским, они доплывали до Царьграда, Константинополя и Черного моря. А оттуда до Азии и даже до Африки.